Вот что я вам скажу, дорогие мои. Было время, когда соседи для нас были как родственники. Да, а теперь не знаем никого. Ну, если, конечно, не случится что-нибудь, не дай бог. А недавно один сосед меня даже угостил. Посидели так душевно. Он даже помощи у меня попросил. Слышь, сосед, у меня машину украли. Да ты что? Будь другом, помоги тачку найти. Конечно, помогу. Слушай, расшибусь, а помогу. А сам думаю, а что ее искать-то? Брат мой покатается, да вернет. Машина уж больно красивая была. Я ее ласточкой называл. Да, что ты, красавица, ласточка, а? Ведро с гайками. Помойка на колесах. У нее было 7 степеней защиты. Да, сигнализация классная была. А брат одним гвоздем открыл. Кирпичик из колеса выбил и поехал. Наверное, угонщик давно к моей машине приглядывался. Точно, выслеживали ее, а? Во врет, а? Да это брат за нее зацепился, когда по пьянке домой на карачках возвращался. Знаешь, я даже слышал, как сигнализация заорала. Да, громко так, громко, на весь двор. Это брат мой заорал, когда его током от зажигания шибануло. Ты знаешь, моя машина с места разгонялась до 160 км в час. Да что ты, самолет! О, врет, а! Да мы с братом на ней еле-еле автобус рейсовый догнали, и то потому что он притормозил у остановки. Да я на своей машине мог познакомиться с любой женщиной. Конечно, такая тачка. Врет, даже не подпрыгивает. К нам не то, что женщины, мужики садиться боялись. Да мне за нее, между прочим, давали 50 тысяч евро. Да за такую и 60 не жалко. Вот заливает, а? Да нам за нее всего 100 долларов дали, и то с условием, что мы сами разберем ее на запчасти. Одно слово. Иномарка. Да. Не «Жигули» какие-нибудь. Там сзади так и было гвоздем нацарапано. Made in Узбекистан. Между прочим, моя машина работала как часы. Да. Песочные. Потому что из нее все сыпалось. Да на моей машине нужно было возить только VIP-персон. Да. О, брат не знал. А то бы он на ней навоз возить не стал. Мою машину хотели угнать уже 100 раз. Вот гады, вот гады. Врет, врет, как сивый мерин. Брат специально на ночь оставлял ее возле подъезда с раскрытыми дверцами. Даже для приманки бутылку водки на переднее сиденье положил. Водку взяли. Знаешь что? Я в милицию заявлю. Правильно, заяви. А я подтвержу. Мы же с тобой соседи. Вот козел, а? Да вернем мы ему его колымагу, покатаем, свернем. Мы же не звери, не садюги какие-нибудь. Мы же соседи. Мы соседи, а значит, родственники.